про детство, молдавское детство. Что-то тогда уже подсказывало, может быть, родителям и старшим, что растет адвокат в семье или нет? Трудно вот сказать. Наверное, все-таки таких каких-то ростков в юношеские годы я не видел. А кем видел. Хотелось быть? Вот, космонавтом. Космонавтом. Как мы все. Да, я помню, мы сидели, я, брат и сестра, и мы рассуждали, кто кем будет. Угу. И уже у нас Гагарин был запущен в космос. Угу. Это уже где-то 70-е годы. И эта тема была очень популярна. И мы рассуждали, кто первым из нас полетит в космос, я или брат. Ну, сестра тогда маленькая была еще. И это была тема очень интересная, очень интересная. Но в итоге, конечно, у меня что-то было, видимо, и в детстве, поскольку у меня всегда было, если так можно сказать, обострено чувство справедливости. Я никогда не понимал, как это люди могут драться между собой. Есть же слово. Я тогда не знал, что такое диалог, когда маленьким был. Но я всегда считал, что можно всегда договориться. По крайней мере, мои покойные родители, они всегда нас учили тому, что мы предельно должны быть корректными, предельно внимательны к другим людям. Это я никогда не забуду. А родители кем были? Простые. Родители были простые. Мать была инвалидом второй группы, до этого она работала, прошла войну, голод прошли, в школу она не ходила, соответственно, образования не было никакого. У папы было 4 класса образования. А у моей мамы было в семье 13 детей, двое погибли на фронте, ее два брата и ее маминых брата. Поэтому, несмотря на это, и, может быть, даже благодаря этому, хотя моя мама не видела, да, можно сказать, то, что сегодня мы можем увидеть, потому что было настрой детей, у нее было очень трудное детство, поскольку достаточно много детей было у нее в семье. И, конечно, я очень сожалею, что мама и рано достаточно ушла. Я так понимаю, что все-таки она как очень тяжело переживала события, в которых Приднестровье. Да, Приднестровье, она как раз проходила, и на раз фоне вот этих всех событий. На фоне этих событий, да, и она умерла как раз практически в тот день, когда уже реально была война там.